нас лечебное учреждение находится по разным участкам города, также вблизи домов. Но так как они обеспечены всеми необходимыми защитными сооружениями, фильтрами, соблюдаются все необходимые ограничительные мероприятия, то они не являются инфекционно опасными. Все эти же требования соблюдены и в этом комплексе. Все, что является потенциально опасным, находится в пределах красной зоны, и оттуда инфекция не распространяется. Защитные мероприятия предусмотрены в части противоэпидемического режима. Это дезинфекция, это обеззараживание воздуха, это в том числе установка фильтров тонкой очистки на вентиляции ФОКа. Доставка больных, скажем так, осуществляется специализированным транспортом. В данном случае расстояние или размещение вот этого ФОКа не представляет, ну, никакой угрозы.